Хотел сказать, я говорю о Германии. Арбитр Анатолий Гечман из Израиля. А центр Кореи Карелия и Мандила Венесуэла. Спортсменка в красной форме Лаве Нуриева является призеркой чемпионата Азии. Ее соперница Анна Жажина представляет сборную команду России и является победителем своих первенства мира по самбо среди юниоров и бронзовой призеркой чемпионата мира. И в этой форме Лаве Нуриева решила цель Туркменистана. She is the medalist, championship of Asia, in blue from Anna Zhizhina, national team Russia, the winner of the Summer World Championship among juniors, and bronze medalist, World Championships. Человек, возьми мне что-нибудь попить. Спасибо. Рост. Я Лёше даю, чтобы он мне купил попить. Что ты врёшь, что мне дал, чтобы я просто так пойдем, сделал? Пойдём, школьник, пойдём. Пойдём. Не пойду я в буфет. Ну, я думаю, что он всё. Пойдём, что мне ничего. Ты же это дал, да? Я. Ну ладно, давай ещё всё скажу. Да ты аутист, беги, Лёша. Поздравляю, иди беги. Сам. Рост аутист. Но она у него этого мужика была. Причина. Кофискин дебилом. И подал, и отдал, и отдал время. Дмитрий. Администратор, что ли? Ну, что брать? Сейчас чуть-чуть поснимаю вот эту складочку. Там камера сидит на палочке, и может быть сходим быстро. Наконец-то. Хоть один единомышленник. Победа! Спорим, Россия выиграет. А? Спорим, Раша выиграет. Естественно. Потому что уже 5-0. 5-0. 5-0 еще не решает. Ты же тяжи. Да там Новиков может бороться. Прикол в том, что категория до 57, я немного меньше вешу. Кстати, там вот такая вот такой сок стоит 50 рублей. А ты не близко? А? Привет. Большой. Представляешь, если пятерочка, что с чем-то? А тут там 250. А что с чем? Нравится сюда? Белый, желтый. Нравится? Да иди, сходи, жвачку купи. Скажите. Вот на, держи жвачку. Смотри, драка. Смотри, убийство. Буду тебя подкатывать. Я не подкатываю. Вообще не подкатываешь. Да. А ты что стоишь? Чем на жвачку, на то, что не такая. Вот это да если я не разу не делаю, то я тоже. Просто будем с собой что-нибудь.
На самом деле, в детстве у меня была такая штучка, да. Anna Zhizhina, Russia.